Вот наши коллектора. Вообще наш испытательный дом-полигон. Непосредственно на круше стоят 15-20-трубочные вакуумники, трубчатые. Вот повешено недавно тепловой насос воздушный. Сейчас как раз таки его посмотрим. Сейчас слышно в работе. Работает где-то день. Сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим его характеристики. Итак, вот сейчас видно, что выставлено 29 градусов, подает бочку. Вот наш замер непосредственно по электричеству проводим. Вот счетчик гигакалорий, точнее говоря, киловатт. Вот выработано на сегодняшний час 14 киловатт. Здесь мы проводим замеры. Есть такой мини-журнальчик. По нему сейчас видно, стартанули вот мы 14 числа сегодня. Было, грубо говоря, 1169 киловатт. 4 киловатта было на нем выработка. Сейчас у нас 1174. По нашим показаниям, пока примерно коэффициент COP примерно где-то 2,2 максимум. Причем на улице, сейчас посмотрим сколько. Так, sorry. Улица где-то минус 6 градусов. Северная широта, как из стороны дома. Солнечные системки вот у нас на другом оборудовании. Смотрим, проверяем, гоняем. Здесь вот у нас они стоят с тепловым насосом. Вот S8 это у нас на солнце сейчас наверху. 36 показывает. И так, какой у нас 4-й бак, S4, 12. Видно. Насосная станция крутится, идет сброс тепла непосредственно в бак, связанный с тепловым насосом, который вот у нас помолачивает потихоньку температуру, сейчас дает 36, этот его догревает солнышко. Солнце сейчас у нас работает на верхний змеевик, а весь объем работает на грунтовый насос. Солнце сейчас в связке с грунтом, как раз таки со скважинами. Вот вы видели как раз вот эта температура 4, S4 12 градусов. Это как раз вот солнце скидывает скважины. То есть это приход на первый контур теплового насоса.